Друзья, приветствую вас. Как видите, у меня в руке ржавый диск. Или дисковая пила на болгарку. Как-то она попала под воду, даже не заметил, как это получилось. Лежала в таком месте, что не смогла высохнуть и заржавела. Хочу привести ее в чувство с помощью лимонной кислоты. И это касается вот этих плоскогубчиков. Тоже они немножко подржавели, работают. Я их тут как-то спиливал края не очень давно, когда пилу разводил. Но в целом они нуждаются в обслуживании. Я сейчас разведу лимонную кислоту в воде и буду кипятить в этом растворе вот эти вещи. Так что будем смотреть, что получится. Итак, друзья, прошло где-то 5 минут, может минут 6 даже, как кипит круг. Смотрите, что получается. Ой, пар тут идет, ничего не видно толком. Уже ржавчины не видно. Ни с одной стороны, ни с другой. Она практически ушла ржавчина. Сейчас еще с этой покажу. Да, видите, уже почернел, появляется оксидная пленка. Вот. Кое-где есть мусор, который просто нужно счистить будет потом. Весь круг покрылся оксидом. Так, а что с плоскогубцами? Я сейчас покажу вам. Посмотрите, вот так не видно. У нас вот какая картинка. Головка плоскогубцев, заметьте, вся очистилась. А здесь я подозреваю, что вот коричневая вот это не сколько ржавчина, сколько остатки клея какого-то, который был, или пластика от ручек. Потому что ручки были, я снимал. Сейчас я это дело все почищу, промою под краном, почищу, покажу вам, осталась ли ржавчина после кипячения в течение 7 минут. Вот, друзья, показываю вам результат теперь того, что у нас получилось. Вот он круг, вот они пассатижики. Заметьте, ржавчины нет абсолютно, она полностью удалилась. С одной и с другой стороны. Я просто губкой протер пленку эту, которая образовалась, черную. И все, больше ничего не делал. Если бы я чем-то обрабатывал, каким-нибудь абразивом, следы бы были. Так, посмотрите. Вот какая поверхность у нас получилась. Еще раз скажу, что где-то 3 ложки пошло лимонной кислоты, 1,5 литра воды, и все это дело прокипятить минут 6-7 потребовалось. Возможно, если бы поражение ржавчиной было больше, то и больше времени понадобилось. А вот они, пассатижики. Да, ручки были в клею, тут еще остатки этого клея оставалось. Это не ржавчина. Вот, а на губках, где была ржа, везде сошла. Так что, ребята, помните и знаете, что благодаря лимонной кислоте, раствору, точнее, лимонной кислоты, закипяченному, ржавчина снимается в течение 10 минут, грубо говоря. И вы получите результат очень неплохой, особенно если у вас ржавые мелкие детали есть, какая-то конструкция проржавела, где есть движущиеся части. Очень хорошо этот способ срабатывает. Так что принимаем на вооружение. Итак, спасибо всем за внимание.